спать долго, да, будет? Не, недолго. Более того, нужно просыпаться. Третью дозу вкалывают. Да, это антибиотик. Это лекарство. Не, я антибиотик вкалываю и еще укусы. Угу. Все иначе. Лошадь упала. Упала лошадь. Такую жару, конечно, ни хрена хорошая, это не сильно. Чего нет? Давление. У него? Ну, у всех такую жару давления. Мух гонять надо. Мухи уже, да? Я думаю, что минут через 5 можно. Проводить операцию? Ну, пытаться, по крайней мере, да. Я бы все-таки морду ему завязала. Давайте. Да, у него морда не опаснее лапы. Ну, тем не менее. Лапы вырвет кусок, а морду еще и откусит нахрен. Кусок. Этот же. Нет, это же рядом. Давай. Спи, спи, спи. Неудобно, но спи. Надо куда, пацан. Где ты лазил, друг? За черничкой сходил, пипец. С тобой почти друзья, давай будем тебя лечить. Да все надо. Ну что, пробуйте, ребята. Я фиксирую. Сейчас вместе с тобой побежит. Ну, умоляйся. Так, ничего. Развяжется? Нет, тут-то ничего не надо, я сейчас сниму. Руки, ну, тут, конечно, запах некроза. Жесть. Сейчас вы будете фиксировать, а я буду обрабатывать. Там некроза нет? А пока нет. Я вот не чувствую, например. Как, ребят, порезаны мышцы там? А я быстренько, да, его обрабатываю. Угу. Нельзя так оставлять. Его дома, может быть, и мало. Одной дозы антибиотика. Кыш-кыш-кыш-кыш. Вот хоть люди увидят, как вы работаете. Да? Труженики леса, а то все втихаря, в глуши. Шить не надо? Что бы мы с теми делали, докторами? Костя, а? Что бы мы с теми докторами бы делали? Не, главное, что сухожилие целое. Вокруг, все, вокруг. Так трос, правильно, он дергался. Ничего страшного. Мышцы на месте? Нет. Если придет к людям. Чего ты говоришь? Бицепсы, трицепсы. Мышцы живы, нет? Нет. Не откуси. Не кусаются. В смысле, перебиты мышцы, да? Совсем или частично? Нет, что-то как-то работал уже. Да он плечо может работал. Да, санитарные условия. Слушай, высоко привязано. Значит, по зиме. Трусик капкана под дом в Каролину. Совсем все плохо. Сейчас, секунду. На
Да, конечно, плохо будет все остаться, да вообще не прицепится. В лучшем случае. Я надеюсь, он не даст мухам насидеть. Не успеет. Успеют запросто. Ну, я надеюсь, что он быстро, конечно, проснется.